Опять потерял свой шпагат. Нужно срочно вызывать Игоря. Игорь! Появись! Вызывал? Игорь, короче, я все перепробовал. Я уже и книжки, и жена меня тянула, и сам я попытался. Все, потерялся шпагат, Игорь. Я хочу вернуть его, как продольный, так и поперечный. Я чувствую силу, сила фреша. Короче, выключаем магию и начинаем работать над собой. Первое упражнение, которое нужно делать всем, вы все знаете, это подкачка спины и подкачка пресса. Планочка. С коленом раз, два, 50 раз. 50? Да. Два. И потом подкачка спины. Встали и делайте вот такие рывочки. Под прямую спину держи, прогнись. Не должно позвонков торчать, еще прогнись. Друзья, внизу проголосуйте, какая прическа Игоря вам нравится больше. Когда вы будете садиться на шпагат, у вас отдел пресса и малого таза очень активно работает. И если вы будете просто на сухую тянуться, не получится. Сели, втянули, ноги согнуты, руки пока согнуты, грудной вперед подали, нос вперед. Вот, отрываем живот от бедер. Выпрями спину, еще ребра наверх. Во-во-во, вот сейчас пошла. Смотрите, прямая линия пошла, четко. Вот, все, видите, пошло. Сухожилие натянуло. Хорошо, теперь складка к одной ноге. То же самое, одну ногу к себе подбери. Вот так, держишься двумя руками за ступню. И то же самое, тянешь одну только ногу. А в итоге пресс нужно, чтобы у вас расслабился. То есть втянуть живот туда и прогнуть еще спину. Делайте минимум 30 секунд. Желательно больше. Желательно 3-4-5 минут. Ну вот скажи вообще, тянуться именно на время, это помогает или это лабуда полнейшая? Это лабуда. Сегодня 16 января, и у меня сегодня день рождения, поэтому можешь меня поздравить. Ровно год назад ко мне в голову пришла одна идея. И я начал выписывать что-то в телефон, общаюсь с каким-нибудь человеком, так взял с него, говорю, так вот интересненько, записываю, занимаюсь творчеством, бизнесом, спортом, с отношениями там с Дашкой, да, мы что-нибудь, какую-нибудь практику придумали, изнутри рождаются, я такой, оп, записал. И вот это вот облако смыслов начало формироваться в некий такой практикум. Представляешь, я туда записал уже больше 100 практик, которые напрямую влияют на прокачку твоего внутреннего стержня, твоего состояния. И знаешь, я что понял? То, что вот эти вот цели, мечты, желания, реализация, творчество, бизнес, бабки, девушки, мужчины, да, если ты девушка, отношения с ними, родители, творческая реализация, она напрямую связана с твоим внутренним состоянием. Как только твое состояние слабое, подкошенное, что-то тебя выбило, что-то идет не так, то все твои идеи рушатся, все твои, ну, что-то напридумывал себе, мечты, там, хотелки, какие-то проблемы начинают прилепляться сразу, потому что, ну, как чувствуешь, в одном стало плохо, и в другом плохо, и вот в этом плохо, и вот все так вот раскручивается, а назад вытащить себя в нужное состояние как-то очень трудно. Я понял, что на самом деле, когда ты чувствуешь свое внутреннее состояние, только тогда из этого правильного состояния ты можешь начать двигаться, начать помогать себе, помогать окружающим людям, начать что-то создавать, что-то творить. Тебя должно прям вот так как-то приятно переть, и вот ты внутренне даже чувствуешь, что либо ты такой упавший, либо ты на подъеме, у тебя глаза горят, что-то происходит, такая магия, люди на тебя смотрят, думают, как так, что с ним, что он курит? Но в то же время он может быть очень спокойный,
может быть очень плавный, такой нежный. Короче, 100 практик, которые я придумал, я их вот этот год собирал, оформил в очень понятный 30-дневный онлайн-марафон. Каждый день ты будешь получать какие-то чек-листы. Нужно будет очень много писать, потому что мы погружаемся вглубь себя, погружаемся в какие-то самые далекие частички, в которые уже не хочется лезть, а нужно. Нужно развязывать свое прошлое. От чего-то нужно будет прям действительно сжигать его, это самое прошлое. Кучу каких-то вот вещей, которые делают тебя немножко кривоватым таким вот. Можно же двигаться спокойно и плавно, реализовывать себя по этой жизни. Марафон состояния 100 я. 100 граней тебя, которые помогут тебе же самому познать тебя же самого. Связанные с телом, с душой, с разумом. Можно быть целостным и можно становиться не каким-то важным, а становиться собой. Именно на это будет направлено наше с тобой общение. 30 дней огромной тусовкой. Обмен. Каждый будет то, что доставать из себя, он будет делиться. И ты будешь, вдохновляясь опытом других людей, изучать себя. Внизу переходи, вписывайся. Это не просто там поотжиматься, просто покачаться, просто какой-то вот похудейка, да? Это все хорошо, но первично это твой внутренний стержень. Переходи внизу, вписывайся, пока цена еще не выросла. Это будет бомба. Я от чистого сердца и прагматичного разума тебе советую. Всем советую, но тебе в первую очередь. Переходи. Когда вы тянетесь, вы проработали разные зоны. То есть где-то здесь, где-то здесь. То есть не одно тупо упражнение, а чтобы у вас все, и спина, и пресс, и боковые, и такие, 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 все мышцы, все сухожилия были проработаны. И когда вы делаете много подводящих упражнений, вы сами потом, того не замечая, садитесь на шпагат. Ты как Иисус. Что дальше, гуру? Дальше сделаем небольшую подкачку ног для того, чтобы включились бедра, потом их же и растянем. Встали так, чтобы ноги были параллельно друг другу, вытянули руки вперед, стоим здесь одну минуту. Потом поднимаемся на носки, стоим здесь еще одну минуту. Поднимайся на носки. Все, бедра параллельно полу, прямая спина, все четко работает. И вообще запомните. Все, что вы хотите растянуть, надо сначала закачать. Сначала напряжение, потом расслабление. Отлично, поднимайся. Теперь упражнение на компенсацию. Опа. Это ж голубь. Это ж голубь. Голубь. Ну не я, в смысле. И вторую ногу. Оп. Нога, чтобы смотрела у вас в сторону. Вот так вот неправильно. Вправо ее туда. У вас тогда будет раскрываться тазобедренный сустав. Такой бам, сюда, оп, да. Как хорошо вот тут, ой. Да, вот тут мы сейчас растягиваем бедро. Ну давай, прижимай, все нужно к полу прижать. Ладно. Ну к полу пока не прижимается. Давай, давай. Обычно вот так берут рукой. Это неправильно, вам неудобно, во-первых. Угу. То есть надо развернуть пальцами вперед на пальцы, вот так. Все, ну давай пониже, что ты? Ну вот, стесняешься. Вот как ты собирался возвращать? Я же вспоминаю. Мазью спираешь, расслабляешь. Нога в руке осталась. Welcome to the next level. Руки базуки. Одна нога вверх. Сами наклоняемся. К ноге тянем носок вверх. Здесь нужно стоять как можно дольше. Задача не просто стоять, а тянуть ногу в потолок, как будто вы хотите пробить его. Потому что если вы просто встанете, вот так повесите культяпку свою и будете просто стоять, здесь ничего работать не будет. Игорь, у меня к тебе есть один вопрос. Он от женской аудитории моего канала. А чем ты моешь свои волосы? Почему они у тебя такие шелковистые и блестящие? Реклама конской силы. Зови меня Самсон, сила в волосах. О, помоги, мой нежный гель. Так, возьмись рукой за ногу. Все, поехали. Тянет опорную ногу? Да. А верхняя тянет чуть-чуть? Нет. Ягодица работает? Ягодица работает. Ну, еще тогда тяни выше. Еще один. Ой, слушай, хорошо как стало после этого. Голова просветлела. Что дальше идет? Китайский наклон. Вот так натягиваем, как бы провисаем бедром здесь. Это похоже на то, что мы с вами делали, только здесь с провисанием. Это нужно для того, чтобы растянуть, смотрите, внимание. Не вот эту зону, не вот эту, а вот эту. Колено держим жестко. Нога должна быть как палка прямая, жестко. Все.
спину выпрями, колено держи. Шо ты? Пошло бедро. О, вот тут вот прям вообще. Вот там и должно. О, попробуй вот прям сейчас слезь вместе со мной, хоть к этому упражнению, слезь с дивана. Кайфани, почувствуй, что я чувствую. Давай. О, а вот почему одна тянется лучше, другая хуже? Потому что ты ходишь с перекосом, Влад, как и все мы. Расстроился, но понял, что ты не один. Такой уже не так грустно. А теперь выкинь булку и сядь на шпагат. Собери все свои сальцы и бачата. Черно-белый. Ты как светофор для дальтоников. Да, да. Кстати, реально, если сейчас картинку сделать ЧБ, то ты останешься таким же. Я всегда неизменный. Порка с ногой вверх. Ну, надо носки тогда снять. Здесь не едет ничего. Встали, поднимаем одну ногу наверх. Сначала таз закрыт. Это закрытый таз. Угу. Это открыт. С одной ногой постояли с закрытым тазом, попрогибались, повыпрямляли опорную ногу. И потом со второй ногой то же самое. Горка. Ноги вместе сначала. Носок на себя, верхние ноги на себя, Влад. Нет, на себя. А на себя. Только таз закрыт. Закрой вот, еще. Вот закрытый таз тяжело. Еще закрой. Еще закрой. Тогда нога еще, не будет. Еще. Вот. Горбыль убирай. Выпрям спину. Выпрям спину. Щенок. Черт. Тоже выпрямляй. Еще смотришь. Плечи не крути, плечи верни на место. Давай вторую ногу. Давай, держи. Помой меня полностью. Зачем? Я хочу. Вот. Давай, теперь раскрывай спину. Все, поехали, нога пошла. Хорош. Что-то мне на руках захотелось постоять. Обычное стандартное упражнение — широкий угол. Мое любимое. Стоя, вот так встали. Мы должны проработать с вами спину, то есть сутула, потом прогиб. Вот. У вас такое движение должно быть. И пониже расползаетесь. И точно так же мы делаем, когда делаем широкий угол здесь. Корпус. Да, все. И вот вы работаете спиной. Смотрите, должны включиться мышцы спины в прогибе. Жестче. Еще проверни таз. Еще копчик наверх. Еще жестче. Еще провали животом туда. Вот. Ступни должны вовнутрь пальцами быть. Для красоты, когда вы сядете на шпагат, фоток там и всего остального, носки, конечно, так прикольнее. Но для техники надо вот так держать, тогда здесь будет работать, там все будет работать. Вот тут горбыли, вот тут надо убирать, чтобы не было там позвонков, прям жестко надо держать. Самое крутое упражнение. И самое жесткое упражнение. Так. Садимся. Вот колено, видите колено? Я кладу нижнюю часть вот сюда. Теперь колено я кладу вот сюда. И у нас получаются треугольники. Если у вас вот так не получается, значит, вам еще далеко до поперечного шпагата. Поперечного, потому что здесь идет раскрытие, это забедренный сустав. Если вы вот так еще сидите, даже не пробуйте пока прям опускаться на шпагат. Это, ну, долго будет. Выпрямились и ползете с прямой спиной туда. Покажи, как ты ползешь. Вот так. Вот так. Так, и теперь спокойно опустили. И не забываем про вторую ногу, потому что может не получиться. Получилось? Нет, правильно, поэтому сидим. Сидим вот так и ждем. Сидите, ждете. Сколько ждать, Игорь? Целую вечность. Игорь ждун. Да. Треугольник. Квадрат. Ставлю ногу. Начинаю опускать. Чуть-чуть. Вот если будете добавлять, чуть-чуть давайте нагрузку, но не давите резко. А что, тебе реально не ложится, что ли? Влад, ну что ты совсем? Я говорю, потерял. Все, и тут сидим, наблюдаем, кайфуем 5-10 минут. Читаем книжку, смотрим в ноутбук, смотрим Влада ролик так. И? О, смотри вот сюда. Она легла. Игорь. Счастье-то какое. Мне она никогда не ложилась. Ну что, возвращается сила богатырская-то. Чай мой черед пришел шутки шутить.
Ребята, после растяжки нужно делать перевернутую позицию. Это стойка на руках, стойка на предплечьях. На турнике, может быть, если вы хорошо умеете там что-то делать. Для того, чтобы кровь от ног оттекла к плечам, к голове. Потому что, когда вы тянетесь, туда все приливает. Нужно сбалансироваться. Спускаемся и ходим на локтях. Оп. Ладно, проводим финальное тестирование. Смотрим, что у меня вначале. Поперечный шпагат. Итак. Поперечный вернулся. Теперь смотрим, что у нас с продольным. Так, смотрите, ребята, вот это неправильный продольный. Это неправильный продольный. Нет, сейчас мы его подправим, он будет правильный. Ногу чуть-чуть сюда. Так. Закрывай колено. Нормально все, это просто у тебя джинсы, да. Шорты. Ну вот левую дотянуть, и будет супер. Ну все, Игорь. И на этом спасибо. Шпагатики начали возвращаться. Все, я улетаю. Карлсон обещал вернуться. Ты что, с ума сошел? Ладно, я пошел. Ты там есть что за вещи? Все, да. Шпагат. Это хорошая штука, которая раскроет новые возможности твоего тела. Поэтому делай вот эти упражнения. И у тебя будут волосы такие шелковистые, хорошие. Так вот она в чем сила. Подписываемся на мой канал, подписываемся на Игоря. Не болеем и тянем шпагат. И все будет хорошо. Это был Влад, это был Игл Флэш. Игл, о, ты Флэш? Игл. Игл. Игл Флэш. Все, пока, ребят. Благодарю. Давай.